Шокирующие новости из Караганды. Там нашли истерзанное тело младенца. Страшную находку первыми обнаружили школьники. Сначала им показалось, что собаки тащат в зубах куклу. Учителя, поняв, что это, отреагировали мгновенно. Детям запретили выходить на улицу и вызвали полицию. Тело отправили на экспертизу. Установлено, что погибший младенец был новорожденным. Сейчас оперативники ищут мать-кукушку. А дети, ставшие очевидцами этой трагедии, до сих пор не могут прийти в себя. Прибежала, рыдает, стоит, плачет. Я говорю, что ты плачешь, девочка моя? Она говорит, увидела ребеночка, говорит, прямо наполовину. Плачет, говорит, и собака кушала, говорит, ее. Ужасно это, вообще ужасно, что творится. Это еще и школа, еще детки маленькие. Ну не хотите рожать, оставьте их в больнице, там не знаю где.